собираю собойку на ночь глядя. Видите, у нас уже темно. И гречка, сосиски, варенье, салатик. Еще один салатик. Батон, яйца сырые. Хлеб там есть, масло там есть. Полный морозильник. Поеду кормить мальчишек. Собралась не просто еду, а с Баяном. Мальчишки решили остаться ночевать на новом доме. Ну, а мы с девчонками здесь, на Комсомольской. Короче, как я говорю, у нас походу этот... Мальчишки устраивают мальчишник, девочки устраивают девичник. Таня, говорю, неправильно. А Максик-то с нами, а Максик это да, мальчик. Надо загрузить мальчика и завести тоже к мальчикам. Ну, а чё? Девочки с девочками, мальчики с мальчиками. Пошутили с Танюшей так немножко мы. Ладно, еду, а то уже звонят, кушать хотят мальчишки. Второй день съемок. Вчерашний вечер не дался заснять. Они здесь были заняты. Мальчики были не одни. Как я говорю, у них был мальчишник. Вот. Ни хрена себе ты черенки порабил. Так, раз ты еще не... В смысле, у этого с суками, у этого... Хуяйка, блядь, зайка. Я тебя привезла, вон куча этих. О, видите, хозяин такие грабли сразу. Я тебе привезла кучу черенков. Учора кое-как сделали на мне градку. А нормально, сейчас я солью, тогда разровняется, досыпется, ужмется. Буду высаживать зем клубнику. Мне девочки с работы. Девочка с работы привезла. Зем клубнику. О, разровняй. Железные хорошие грабли. Ну не высыпай. Ну дошел сюда. Значит, развернись и иди. И иди его по кругу, вот так. Сюда в ямку. За борт. Да камушки раздробятся, это земля дерьмянела. Сейчас буду поливать земельку. Ну какая земклубничка. Ну, типа земляника, скрещенная с клубникой. Крупная, сладкая. Будем пробовать. Моя новая поливачка. Купила вчера. Девочки где-то побежали на площадку. Это все работать. А кто это к нам еще идет? Я. Привет. Кто там еще у нас идет? Там у нас еще кто-то идет к нам. О! Гитаристы идут. А что ты коляску тянешь, не Баян? И Максики. Мальчики пришли. Решетку не взяли, но мы сейчас с папой за картошкой поедем. Тать, вы тебе мальчик? Поедем за картошкой. Решетку забыли, да? Дашка, ну догонялки же братки гуляют. Едем зараз шашлык, садить бульбочку. Ой, как сегодня поработаем. Так, полила все деревья. Кустики полила и посадила зем клубнику. Посадила зем клубнику. 48 калю получилось. Даже больше было бы, потому что тут местами садила по две штучки. Ну а так, расстояние не знаю, какое тут. Какое тут расстояние. Ну, так вот, да? Ну и между ими тоже. Вот. Расстояние. Нормально. Пусть растет, размножается. Будем пробовать и тогда делиться. Кто тут поблизости у нас здесь. Все? Тут телефонистка сидит. Сидит телефонистка. Доминика, здравствуйте.
Карина. Потеряла Дашу. Кого? Морковку. Морковку. Чуть-чуть осталось. Тут посадить. Опа. Это мелкая свинка. Мы все есть. Подвозим периодически нам. Закатки тут уже заканчиваются. Видите, уже почти пустые полки. Так, все. Кошики. Я замерзла. Я уже замерзла. Блин, застегиваются часы. Сейчас, секундочку. Подождите, карман их положу. Зачем нам этот кошек? Нам хватит два кошика. Не надо нам боль. Все. Ура! Тепло, солнышко. Тепло. Сколько тут? Сейчас тенечек. Ой, мамочки, простите. 20 градусов. Офигеть. Видели? Какая жара. Жарища. Алыча вон как цветет. Вот так вот. Я не помню, что показывала вам вчера. Здесь снимала. У меня вон там три туйки растут. Я вчера черенковала туйки. Вот не помню. В ролике вначале монтировать. Пока ж не монтирую, поэтому не знаю. Вон сидят туйки. Почерниковала. Только трактора везде жужжать. Да ковер на мир тоже нужно завести. Фу, какая вонючая лоча, когда сечет. Кошмар. Правда, собаки. Все, поедем сажать картошку. Красота какая течет. Мама Нади. Красота. Неписуемая. Красота. И тут уже. Красота. Тут еще ничего не усходит почему-то. Ладно. Дорвались до кота, дети. Мама, а можно ему принесем кусочек колбаски? Не знаю. Таня сказала, что я обманула вас деревьями. Здесь три яблони и одна груша. Вот это вот груша, а остальные яблони. Вроде бы говорила, что это яблони. Может, у нас невнимательный зритель? Там мальчишки что-то у нас делают. Мам! Приехал Сашкин, друг с работы. Будет нам тут сейчас пахать под картошку. Красивенький котик. Не. Угу. Красота. Хорошо идет. Работают. Навоз жмелинки. Удобрение? Удобрение. Любишь ты все задокументировать? Могу и тебе. Не надо. Скажу всем привет. Не надо. А что не комментируешь? Я сказал, работают. Двадцать 30 грамм в лунку. Сыплю удобрение картофельное. А вот что-нибудь да вырастет. Можем трактора обулить? Трактором закрыть? А? Можем трактором закрыть? Проехать. Может, да. А мы уже переобулись.
Нормально все гоняется, не переживай. С лопатой будем гонять, потому что я гоню трудности, как раз загнал. Как нагнал градок, так и будем гонять. Не бузи. Травку посеяли. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты фотограф, с 5 утра до 8 вечера. Поняла, сади до 5 утра до 8 вечера. Возьму с Танюшки, я уже зарядила градочки делаю. Танюшка посеяла морковочку. Сколько рядочков? Раз, два, три, четыре, пять рядочков морковочки. И раз, два коротеньких, три коротеньких, один длинный, четыре рядочка. Секло, да? Ну и хватит тут. Комсомольский еще посадим. Завтра приедем, пойдем посадим еще лук, кормовые бураки. Там до конца дома под огород. Нет, будет нормально под огород, если на Комсомольской, как я потом буду, что ничего не буду садить, да? Только сейчас одну картошку. То, ну, ясно, что я тут меньше сажу лука, бурака, экспериментально, как тут что подержать. Потому что навоза же ни капельки не маешь. Чисто вот так, что есть. Вот там он ровно, где начинается груша. Да, груша. А там три яблони. Еще раз повторюсь. Посадили картошку. Вот. Вон аж вот где колышек стоит. Ну, в общем, почти по сарай. Короче, это все под картошку. А вон там, вон, шланг растянули. Саша не... Ага, и он зажал, попробую. Сейчас попробуем поливать. И это... Я там уже начала вон поливать. Это все мы вот тут. Вон туда он. Видите, все перепаханное. Ну, покультивированное, вернее. Культиватором прошлись. Саша посею траву. Мы с Таней, мальчики немножко тут помогали нам. Антоша с Мишей. Тут надо кошки пособирать с камушками. Вот это вот все мы вот это самое. Засеяли травку. Травкой все засеяли, всякое разное. Сейчас будем поливать. Вон туда, вон до сарая, за сараем. И вот тут, все возле сарая, это все травкой. Что, собирай камни? Камни собирай. Камни собирай, боже, какие-то глухие. А, ну да, там где бараны. Не-да. Девочки, тут и здесь кусаешь, кусаете? Не. О, Танюшка пошла поливать. Получается, правда, свищать вон тут с одной стороны. Ой, грабли поставить. Ее жалейку специально для этой штуки туда. О, эти же тут рубится, находится собирать. То камни, не копытка откуда-то. Не знаю, всякой елунды. Будем по очереди, а то пальцем холодно. Вот троху семена прибить. Это можно завтра еще полить. По чуть-чуть так вот засушливая. Зайдет травка. Но тут еще надо будет немножко потом подшаманить. Тут песок этот уберется. Будем же заливать крыльцо. Люк поставим. Вот сюда купим. И тоже тут граблями лопаты подкопается, досеется травка. Ну вот как-то вот так делаем красоту. Сейчас я стану ракус с дороги. А, еще вот тут вы нечто не доделали. Тоже надо травкой засеять. Вот, смотрите, какая у нас красота. Все будет зелененько. Туйки размножу.
домик, если это делать. Вот уже одним шагом, одной ногой на переезд. Привет! Пока только спряталась здесь. Вот понимаю, что я и снимаюсь. Все, где красота. Я нашла, сорвала воду, наверное. Откос тоже травка, все зарастет, красота. Сорвала шланг, что? Таня зажала, заломалась, во. Красота. Молодцы, мы молодцы. Мы сегодня хорошо поработали с песком. А то у меня руки капец какие. Не знаю, видно, не видно. Аллергия на солнце начинает больками высыпать. Кошмарно. Красота. Танюшечка работает. Помощница моя, что бы я без нее делала? Я с этими граблями тут болела на этом участке. Зато косить сколько надо будет. Это пока косить. Потом тут придумаем, где туйки, где что. В принципе, и огород можно было. О, да и сюда все это все можно было под огород. Ну, пока так. Пока так. Чуешь, Таня, что говорю? Можно же было огород тут прям до сюда его садить. Все черепаха на музе можно садить. Че, Надя, клубники разведи, солнечная сторона тут. И с утра солнце, и вечером солнце. Сейчас он тут считайте, не будет. Все время солнце с этой стороны. Ну, конечно, мало. Так как Саша посею, вот так вот. Тип-тип-тип. Собака гаука, не чую. Че сказала? Ну тогда. Да, все будет тут засеяно, походу. Дороги чуть-чуть выделю ему. Все будет засажено. Ай, какие молодцы. Помытые устатые легли спать. Сейчас еще Санек придет. Там кто-то с мальчиками разговаривает. О, короче, мы с Танюшей сегодня еще успели. Я домой девочек привезла. Вернулась, дополивали все и еще посеяли лук. Не помню, сколько картошков. Завтра будем на участке досеивать кормовую свеклу. Ну, в следующем ролике мы с вами увидимся. Всем пока.